Замечательно. Радулов пытался сыграть остроумно, но не позволил ему это сделать соперники. Под синюю линию Плету. Опасный момент. Александр Радулов был сейчас на три атаки. Ну и Илья Сорокин справляется с этим несложным броском. Ловит шайбу намертво. Семен Кошелев у нас сегодня. Наша номинально четвертая. Из вины и Югры номинально первая. Гусев сейчас с шайбой. Бросок мощный от синей линии. Выставляет щиток Сорокин. И наш доверяет своим партнерам и давать им возможность отключиться. И опасный момент сейчас был у ворот ЦСКА. Атака замерзает где-то за воротами. А вот за такие передачи тренеры могут, конечно, немножко на лавке пойти. Гусев, Панов, вновь Гусев. Бросок от синий, мимо ворот. На этом пока все. А средний, наверное, то самое определение, которое можно привести к встрече, которую вы наблюдаете сейчас на сайте ЦСКА и нашем официальном канале в YouTube. Сейчас опасный момент уже у ворот Сорокина. Справляется наш арбитр с броском. Нежели когда играешь на... Это лавка ближняя к воротам. Эти моменты, эти нюансы, они тоже очень-очень важны. В составе 3-0 ведут армейцы. Все три шайбы были заброшены во второй 20 минут. И опасный момент сейчас был у ворот Ильи Сорокина. Бросок по воротам Сорокина, несложный. Илья, шайба от передачи Панина. И Гусев демонстрировал, испугал. Сейчас может быть опасно, бросок верхом, но все видел. Сорокин спокойно блином отразил шайбу. Три на пять тем временем мы обороняемся. Киселевич блокирует бросок. Выходит шайба из зоны. Андронов умело действует в меньшинстве. Бондарев дежурит на пятачке. Любимов вентилирует воздух клюшкой, не позволяя сделать удобную передачу. Передача небо, наверное, после того, как... Будут играть команды в равных составах. Начнем, наверное, понемножку подходить.